На днях в Молдове отметили Международный день инвалидов. Празднование этого дня направлено на привлечение внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями ежедневно, а также на защиту их достоинства и прав. Дискриминация, безработица, бедность – это лишь некоторые из самых важных и актуальных проблем, с которыми борются жители нашей страны. В связи с этим депутат парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная в сопровождении представителей благотворительного фонда «Сауция» побывала с визитом в Кишиневской территориальной организации «Общество глухих Молдовы», а также в столичном лицее «Олимп», где провела встречу с людьми с особыми потребностями. Зинаида Гречаная поздравила присутствующих по случаю Всемирного дня инвалидов, который традиционно празднуется каждый год в Молдове. А вам я бы хочу сказать огромное спасибо за ваше мужество выживать в это довольно сложное для нашей страны время. Гречаная отметила, что благотворительный фонд «Сауция», равно как и партия социалистов, в целом уделяет особое внимание проблемам, с которыми сталкиваются малоимущие граждане, пенсионеры, инвалиды, и выразила при этом свое возмущение отменой нынешними властями адресных компенсаций для целого ряда категорий граждан. Я сегодня пришла в первую очередь, чтобы сказать вам огромное спасибо за все, поздравить вас, пожелать вам большого терпения. В Молдове на данный момент проживает более 180 тысяч человек с ограниченными возможностями. Пенсия по инвалидности в нашей стране составляет от 500 до 1000 леев.